Всем привет, с вами Прия. 735 не за горами. Собственно, изменение мифплюсов подъехало в той стороне, с которой мы и не ждали. Итак, заряды БРов появляются также и в мифплюсах. На гифке мы прекрасно можем увидеть самую обычную картину. Сейчас я делаю это приближу, и мы будем это подробно рассматривать. А после того, как друид дает БР, его число зарядов БР с единицы меняется на 0. КД одного заряда 18 минут. Как пишут сами разработчики, им не нравится такая система, что идет на стакивание таких классов, как ДК, Друида, Варлока и БМ Ханта в миф плюсах, и поэтому они хотят все это дело урезать. И то, что в маленьких данжах мы сможем дать лишь 1 БР на 18 минут прохождения, допустим, да, там 2 БР комбо треса уже сможем дать в подземельях, которые 36 минут или 3,45, что-то типа такого будет происходить, и это на самом деле весьма печально, потому что некоторые классы уйдут на второй план, скажем так. Допустим, какие-то способы даже скипания, что ли, некоторых мобов пропадут. И нужно будет не просто долбиться в этих миф-плюсах, умирать от всякого шлака, который идет на нас при прохождении их, а придется наконец-то включать голову, думать насчет своих действий и думать насчет того, что вообще будет происходить при прохождении мифплюсов. На самом деле, действие это правильное, если так подумать. В рейдах, по факту, эта система работает, начиная с Дренора. И почему ее не перенесли в мифплюс изначально, это очень большой вопрос. То есть, представьте картину, люди почти полтора года уже играют по одним тактикам, допустим, дают там БР с целью того, чтобы скипнуть каких-то определенных мобчиков, или настакивают, наоборот, БРы под то, чтобы пройти какого-то сложного босса, но теперь же вся эта схема будет урезана, и придется думать над своими действиями. Да. Как-то так это дело обстоит на самом деле. Хочу слышать ваши, так сказать, отзывы насчет этого. Какие у вас мысли и какие сетапы вы теперь будете использовать в мифплюсы. Да, что-то типа такого хочу от вас услышать на самом деле. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не умирайте от кливов в войд-зонах и не стойте в каком-нибудь там обжигающем дожде. В соборе особенно. Берегите ноги. До скорого.